Всем привет, дорогие друзья, рад вас приветствовать на канале SayBigPro. Сегодня Far Cry, продолжаем захватывать вот это большое помещение. Так, время у нас, ага, время я засек. Прошлый выпуск, хрен знает насколько получился. Что это было? Эй, кто там шляется? Но я записываю сразу второй, для того, чтобы не потерять вот эту скиллуху, вот эту скорость. Скорость прохождения этой миссии. Да, поэтому записываю сразу. Где ты, сука? Стрелять вздумал еще в меня. Сейчас я до тебя доберусь. Ну, допустим. Не подорвал. Ору на флаг. Вон, держись, у нас кто-то на хвосте. Какой-то просто медик, или ты кто? Почему они не спускаются? Сука. Что здесь произошло? Ой, вот это дура. Вот это дура. Сука, ползет, блин, упырь такой. Сейчас сверху как накинут мне. Попробуем. Опа, пробежал. Отлично, молодец. Ну я же по-любому еще не всех убил. Вот стопудово. Конечно. Вот теперь вроде как всех. Ладно, в любом случае у меня есть сейф. В любом случае я не начну хрен пойми откуда. Поэтому все хорошо. Так, да, лестница тут. Так, бронька еще даже есть. Хорошо. Очки ночного видения я здесь не применял. Это тоже замечательно. Да сука, да что такое? А, прыжка нет. Тут надо только прыгнуть. Такое уже встречалось. Ты ничего не заметил? Ты ничего там не видишь? Вон он! Сука, не попал даже нихера. Сука, вы где все? Хорош. И уходим. Отлично. Не, наверное, лучше эмку. Где он? Слева бежит. Сука. Писец, патронов не хватило нихера. Сука, черти такие же вдвоем встали. Читеры. Рву на флаг. Твари такие. Очки кончились. Я тебя вижу. Друг, ты жив? Нет. Но ему кто-то об этом сказал, значит еще кто-то тут есть. Есть же, правильно? Пока никого. Ладно. Жиськи даже есть. Реально, говорю же, медик. Он с жиськами. Ха-ха, сука, заметил. Начал стрелять, сука такая. Я надеюсь, все. Я очень надеюсь. Да, вроде все.
Меня сейчас обязательно кто-нибудь убьет, конечно же. Как и всегда. Да не, вроде все четко. Как только вниз спуститься. Да-да-да, все, тип-топ, нормуль. Так, все, здесь просто открываем эту дверь. Молодец, Джек, ты почти на месте. Да не за что. Так, есть еще? Ой, ну ты, блин, далеко лежишь, друг. Ладно, хрен с тобой. Блин, ну так-то жизнек один... А, жизнек мало. И наверх сейчас далеко бежать. Блин. Придется, видимо, играть с тем, что есть. О. Да уж. А жизнек нет. А, тут она должна открыть или что? То есть там я открыл, а здесь я открыть не могу. Офигеть. Окей, Джек, осталось последнее. Тебе нужно открыть дверь в камеру с мутагеном. Это вот эту? Ты слышал? Взять его! Нихера себе. Сука. Хорош, минус. Минус броня, конечно, жизнь. Хорош, там еще. Вот так. Хорош. Сука. Куда он делся? Пошли нахер, сука. Хорош. Подзорвал. Покойник, приятель! Выкурить его! Достали! Да блин, ну... Он... Этот NPC был с ВХ. У него был по-любому включен ВХ, сука. Ладно, попробуем так. На мостик! Блин, так-то хорошее оружие, очень хорошее. Только сейчас перезарядка будет долгая, ну как обычно. Вот так. Еще одна перезарядочка быстренько. Не подзорвал никого, ладно. Выкурить его оттуда. Давай. Хорош вообще, просто. Никого не показывают. Хочешь еще? Да офигеть, просто. Сука, подожди, это... А, сколько их щитом тогда получается? Хорош. Давай вот так. Нет, не подзорвал, да? Достали. Джек, осторожней. Хорош. Спасибо. Суки такие. Даже не пытайся. Да, может попробовать реально здесь постоять. Сейчас девчонка будет помогать. Да они успевают всечь. Гады такие, а. Громко топаешь, друг. Не, здесь, кстати, классно, читерно прям. Ну тут реально, тут и девчонка помогает, а чё? Вот визуально, типа, опять никого нет. Но опять может появиться этот петух с щитом.
Если их тут два. Вот этого я не понял. Ага, ну вроде все. Ну да, ну да, ну да. Ну да, получается, да. Хорош, какую-то дверь открыл. Так, она едет, ага. Ага, тут она сейчас откроет, да? Хорош, там еще две двери. Так, едет малая. Тут странные двери. Куда она сейчас? Вот, вот такие она открывает замки. Я уже это же заикаться начинаю. Просто столько времени провести на нервиках. Следуй за мной, Джек. Нам надо найти сыворотку. Что это за место? У меня никогда не было допуска в эту зону. Фу. Судя по тому, что я смог перехватить... А, сказала, доставим вот эту хрень, а потом поищем сыворотку. То есть мы уже доставили. О, ну хоть что-то сделано. Что стал использовать в качестве материала для опытов живых существ. Вкалывая в них траген сыворотку. У них были планы создавать трагенов из зародышей. Да мне вообще пофиг, кто там чё... Ты чё, мать? Ой. Дойл, мы в лаборатории. Окей. Время колоть сыворотку. Найдите красный контейнер с эмблемой из трех колец. В чем дело? Не люблю уколы. Думаю, из тебя выйдет прелестная мутанша. Сыворотку следует вколоть в шею. Бывало и хуже. Идем. Вэл, активируй боеголовку. Отрывок из фильма прям. Ай, дайте премию Оскара этому моменту. Нет, я отсюда просто так не уйду, мне нужны хилки. Серьезно, не дали хилки. Поехали! Ого, это что? Ладно, прикрой меня, пока я буду активировать заряд. А от кого прикрывать? Поторопитесь, у нас посетители, и их немало. Что произошло? Сука. Попробуй съесть это. Я тебя сейчас, сука, съем. А она что-то делает вообще, нет? Сука. Петух такой. Сука, я понял. Как идет процесс? Справа ползут, мне кажется, нет? Сука, игре ну хер кинешь. Так, эти все, да, соответ... Так, да-да-да-да, перезарядочка. Я сейчас тебя, сука, натяну сейчас. Договоришься у меня. Да ёпта, тигра, отстань, все. Все, прошел задание. Жив целый орел, эй, жесть. Сука, игра, отвали, хватит, хватит. Быстрей, мадама. Я тут буду стоять, мне похер, даже вылазит. Ты видел мое хп? Охереть. Здесь становится жарко, Вэл. Ни черта поднажми. Не вижу. Меня сейчас убьют. Я не вывезу. Я не вывезу. Я не вывезу. Ты пожалеешь, что не сдох. Я же говорил, очень мало хп осталось. Короче, все, я понял. Вперед, вперед! Я не знаю, это последнее, конечно, задание. Двигай, или нет, но быстрее! Я буду здесь просто погибать. Что-то такое громкое-то, а?
Так, я не знаю. Открой меня, пока я буду активировать заряд. О, что-то есть. Окей. Тут аптека, если что, я не знал. Поторопитесь, у нас посетители. И их немало. Да как они уже... Как вы уже, сука, обошли меня? Ладно, еще живем нормально. Живем. Как было... Я счастлив, что я нашел этот пулемет. Живем. Живем. Просто живем. Хорош. По кайфу. Она что-то сказала. Потнее у меня ладошки еще не были, по-моему. Я мышку сжал очень. Твари такие, я так сильно мышку сжал, просто жесть. Вот тебе. Нормально живем. Ни хрена там. Арсенал патронов получила в свою грудь. Здесь становится жарко, Вэл. Поднажми. Так, я на пулемет я патроки не забрал, конечно. Ой, у меня хп, нихера, я такой молодец. А ну выходи! Блин, гранат по-прежнему нет. Вот это печально. Зачем я вылез? Ну ладно. Все, детонатор установлен на 20 минут. Отлично. Все, убирайтесь оттуда. К нам гости. Куда убираться? Куда убираться-то? Ой, тихо. Все, надо валить, правильно? Вперед, вперед! Ты слышал? Был сейф, кстати, был сейф. Жив целый орел. Сука! Я эту мамашу убил. Ладно. Не страшно. Гранат по-прежнему нет. Жак, осторожней! Почему они в нее не стреляли? А я их сижу и жду. Ты ничего не заметил? Что здесь произошло? Давай с этой стороны, окей. Все, вот так нормально, игра? Вот так можно пройти эту игру? Оп, что-то есть. Хорошо, куда дальше? Окей. Таймер что, на 20 секунд или что, я не понял? Хорош. Хорош. Живой. Я вынесу тебя. Сука. Все проблемы из-за женщин, по-моему. Ну в этой игре точно. Она заколебала. Слышишь? Меня уже. Эй, кто там, блядь? Эй, ты, блядь! Они ничего. Так, тут явная перезарядочка. Так, где еще я забыл? Так, тут вроде все. Ага, вроде все. Медичка.
Ну ладно, она, я думаю, пока не нужна. Так, сука, свали. Тут никого. Что это было? Окей. Сейчас они вернутся, поэтому я далеко не ухожу. Я готов. А почему никого нет? Как назло. Это лифт. Звук странный был. Так, лифт мне не нужен? Видимо, нет. Ладно, хорош, побежали. Таймер... А, кстати, да, таймера нигде нет, слава богу. А куда бежать? В лифт все-таки? Реально в лифте стоит. А что тогда? А что? Тут не было же ничего. Алло. Так, ну здесь, по идее, никого больше быть не должно, правильно ведь? Я же тут все зачистил. Идти туда вроде как. Я уж испугался. Загляни в будущее. Человек больше не царь природы. Жалкие людишки, подобные тебе, скоро вымрут. Я не изобретал ничего нового, лишь подтолкнул эволюцию на 1000 лет вперед. Выживает сильнейший. Удачи! Вот спасибо. Чего? Когда это я успел вообще в вертушке оказаться? Игра, какого... Писец, и это еще не конец. А, как называется-то вообще уже? Где я? Где я? Понял. У меня ни очков, у меня вообще ни хера нет. Прикольно. Что делать-то? Ну это зря. Нет, не зря. Ты что стонешь-то? Сука, беги. А патронов-то нет, что делать? Слева слышу. Он... Твою же имеется. Что делать-то? Писец, и тут еще. Еман. А что делать-то, игра? Сука. Может, это сон? Они вроде меня бьют. Но при этом не наносят хп. Сука, вас тут вообще охереть. Может, это патроны есть или что? Реально бьют. Сука, нет, смотри-ка. А что делать-то? Что? Что случилось? Где? Где я? Хватает вообще на него патронов, чтобы так понимать чисто? А, хватает. То есть здесь можно спокойненько. Ну, мне в любом случае прыгать вниз. Ни бинокли, ни хера нет вообще. Ну мне туда что ли надо? Если по реке только плыть. Вот так вниз дальше херачить. Я ж смогу это сделать, но по идее смогу. Либо вот это все там обходить. Пиздец вообще. А, они прям здесь.
Давай прям через них попробую пройти. Ну, чисто так. Но мне кажется, специально так сделано, чтобы я здесь не прошел. Да. Да, это бред. Давай просто влево уйду. Что? Что случилось? Где? Где я? В этот раз не хватило. Сука. Влево прям идти или чё? А, эта падла разбилась. Сука, я понял. На инвизи не пробежать. Окей. Стамина кончается быстро. Надо выбираться. А, понятно. Так, а чё по времени? А, по времени почти всё. Ещё давай разок попробую. Что? Что случилось? Где? Где я? Я хер его знает, куда идти и что делать, дорогие друзья. Да давай, конечно, еще хп у меня будет уменьшаться. У меня и так его ни хера нету. Писец просто. Я не... Окей. Ребята, отсюда как-нибудь можно... Надо выбираться. Какая-то тропинка вверх. Тут по-любому опять кто-нибудь будет, но это как бы... Все продумано. Они будут бежать за мной до конца. Ага, слева вижу одного. Ну, здесь я как-то дольше живу. Опять же. Реально? Живу? Сука, нет, не живу. Понятно. М-ку не выбросить даже. Это похоже на выход. Сейф? А как тут? Сука, твари такие, ладно, здесь плывем. Давай, 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 давай. Стамины нет. Просто плывем. Просто плывем. А он плывет за мной, да? Или он помер? Они помирают в воде. Я охерею, вот сейчас здесь заберусь. Так, понял, если что, беги вправо, если ты будешь играть и проходить. Я, конечно, очень не советую проходить. Сука. Писец. О, ну, наконец-то. Чё, серьезно? Серьезно? Я не мог связаться с вами какое-то время, Джек. Все окей? Ну, я на острове, в джунглях, по шею в дерьме, в мутантах. А в остальном все хорошо. А как ты? Понял, понял тебя, умник. Слава богу, что ты жив. Джек, тебе надо бежать из этой зоны. Лучший путь пробраться через укрепление. Они как раз неподалеку от тебя. Да, лучший способ. Так, все. На сегодня, я думаю, все. Я дико устал, вообще просто писец. Ух, ну до хера куда прошел. Вот реально, до хера. Игра не отпускает, казалось бы, вот сколько раз я, мне уже казалось, что ну все, ну это финал игры, это хороший финал игры, да, вот такой, ну вот такой финал игры, но это похоже на финал игры. И каждый раз игра говорит, пошел нахер, сиди тут дальше. Ай, ну я об этом уже много раз говорил. Я не знаю, на сколько часов, минут осталось геймплея в игре. Ну, на сегодня точно все, потому что пробежало уже там сколько, плюс-минус 30 минут. Спасибо тебе за просмотр, ставь лайки, оставляй комментарии, подписывайся на канал. Это был канал Saybig Pro. В описании к видео всякие ссылочки, в том числе бесплатное скачивание этой игры. Фух, я пошел отдыхать. Все, всем пока.